Еще в XIX веке наш земляк, великий русский писатель Иван Александрович Гончаров, путешествуя на фрегате «Паллада», назвал Японию запертым ларцом, в котором спрятаны сокровища страны чудес. Теперь ульяновцы могут частично приоткрыть этот ларец через фотографии современных японских художников. В историко-мемориальном центре музея Гончарова представлено 80 работ 21 автора Японской ассоциации фотографов «Вашиграф-фото». Их объединяет то, что они печатают свои работы на традиционной бумаге васи. Традиционная японская бумага васи насчитывает уже не одно тысячелетие. История ее как бы берет корни, ну, во всяком случае, по очень распространенной версии в Китае. Она была там, корейским монахом, завезена в Японию, усовершенствована до неузнаваемости. Бумага васи обладает уникальной свойствами. Ее невозможно порвать руками, несмотря на то, что необыкновенно тонкая. Она не желтеет на солнце, и, говорят, васи может прослужить 1000 лет. Как ее изготавливают, тоже можно посмотреть на выставке при помощи документального фильма, предоставленного фотографами. Производится васи из волокон коры гампи, мицуматы или бумажной шелковицы. В 2014 году технология производства васи стала одним из объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Все фотографии музейной экспозиции напечатаны на этой удивительной бумаге. Печатают не обычными чернилами, а натуральным пигментом, добытым из камней. В соприкосновение приходят натуральные ингредиенты, которые друг друга не убивают. И поэтому думается, что эти фотографии тоже будут жить намного дольше, чем обычные цветные фотографии. Ну и цветопередача, конечно, получается просто изумительная. И ты, когда смотришь на многие из этих работ, тебе просто кажется, что это живопись. Произведения современных японских фотографов, пейзажи и портреты, натюрморты, репортажные снимки, макроснимки флоры и фауны. Каждый из этих кадров наделен неповторимым обаянием японской эстетики не только благодаря узнаваемым символам страны, таким как бумажный зонт, аист, сакура, хризантема, гора Фудзияма, но и художественным приемом, композиции, цвету, глубокому созерцательному отношению к объектам съемки. Ассоциация японских фотографов-художников открыта к сотрудничеству. В своем обращении к ульяновцам глава Японской ассоциации фотографов васи Нобуаки Танака заявил, что они готовы сделать выставку ульяновских фотографов и художников у себя в Японии, а также свою выставку о России. Для посетителей выставки ждет более глубокое погружение в мир страны восходящего солнца, если они посетят лекции и мастер-классы Центра японской культуры Ульяновска, которые проводятся в пространстве экспозиции. Темы лекций касаются японской культуры, моды, мифов, легенд, комиксов. Также на выставке можно не только полюбоваться работами японских художников-фотографов, но и примерить традиционные в Японии костюмы, кимоно и сделать фото на память. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.